Всем привет, дорогие друзья! Вы попали на канал Ника Мастерица. И сегодня я вам покажу, как я распаковываю посылку из сайта Мыло Опт. Давайте смотреть, что же там внутри. Сейчас распакуем. Компактно упаковано очень. И мне очень интересно, что же там внутри. Так. Почти готово. Вау, что же я вижу? Давайте смотреть. Не терпится вам уже показать. Первое, что я вижу, это бланк. Тут все написано, что мы заказали. Первое, что я вижу, это силиконовая формочка. Мне кажется, это лисичка или зайчик. Вот такая формочка классная. Далее. Вау, это что-то новое. Это, наверное, кексик. Класс. Это Happy Birthday. С днем рождения. Тут всякие цветочки. И вот написано. Прозрачненькое. Ого, какое большое. Это... эфирное масло, тут 1 литр, и тут написано, что это чайное дерево. Класс. А это у нас касторовое масло, тоже 1 литр. Силиконовая форма красненькая, мишка. Вот такие вот пакетики. Посмотрим, что же тут. Это у нас масло грецкого ореха. В баночке 100 мл. А это у нас летние ягоды. Отдушка. 100 мл. Белая баночка, лаванды мацерат, масло, 50 мл. Масло кунжутное, 100 мл. Облепиховое нераф, масло. Семян арбуза, масло, 50 мл. Тут нарисован такой классный арбузик разрезик. Так. И вот тут самые маленькие баночки. Наверное, по 20 мл. Сейчас же посмотрим, что в них помещается. Пахнет очень вкусно. Хочу сказать сразу. Так, это у нас Баунти, отдушка, 10 мл. Пахнет очень вкусно. Так, далее отдушка вишневая бомба. Вау, круто. Так, это у нас отдушка, а нет, это уже у нас гелевый краситель, оранжевый. 10 мл. Швейцарский шоколад. 10 мл. Отдушка. Класс. Потом у нас идет
шоколад, гелевый краситель. Вот, тут даже макароны с нарисуем. Так, это у нас масло косметическое чайного дерева, 25 миллилитров. Это у нас одушка капучино с карамелью, также 10 миллилитров. И все. Честно говоря, я осталась нереально довольна. Обязательно заказывайте. Всем спасибо за просмотр. До свидания. Пока!